Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Лукманов Максим Иванович. В моей следующей лекции мы поговорим об актуальных проблемах требования заказчика о взыскании расходов на устранение недостатков результата работ в российской судебной практике. В ходе лекции мы рассмотрим вопрос о прое-природе данного способа защиты, критерии необходимости, соразмерности и разумности взыскиваемых расходов, основные ограничители реализации данного способа защиты, а также вопрос о допустимости авансирования расходов заказчика. Смотрите нас на видеоконсультант.